Сад Нигаристан – один из исторических садов Тегерана, который был построен между 1222 и 1228 годами Луны Хиджи по приказу Фатхали Шаха Каджара с целью создания летней правительственной усадьбы за пределами города Тегерана. Из-за наличия различных картин и рисунков Фатхали Шаха и его придворных в разных зданиях этого сада, эта коллекция стала известна как «Сад Нигаристан». В одном из залов этой коллекции установлена коллекция настенных росписей Фатхали Шаха Каджара длиной 21,5 метра, которая представляет собой часть истории искусства эпохи Каджаров. Во дворе сада Нигаристан также установлена статуя знаменитого иранского поэта Фирдоуси, изготовленная французским скульптором Лоренци в 1934 году по случаю празднования тысячелетия Фирдоуси по заказу 400 иранских студентов. «Шахнаме» – одно из важнейших произведений эпической поэзии на персидском языке. Лоренци создал эту скульптуру на основе французского перевода стихов Шахнаме. Али Акбар Техода много лет составлял словарь Техода в одном из зданий, и сегодня это здание носит имя Техода. В 1290 году профессор Мухаммад Гафари основал в этом саду школу изобразительных искусств и начал привлекать и обучать учеников. Мирза Мухаммад Хан Гафари Кашани по прозвищу Камаль-уль-Мульк был одним из самых выдающихся художников в области живописи и миниатюры в Иране, который родился в Кашани в 1326 году хиджры. Камаль-аль-Мульк считается отцом современной иранской живописи. Отказавшись от правил традиционной живописи, он установил новый стиль, основанный на изображении внешних объектов. Преобразование, которое Камаль-аль-Мульк произвел своим искусством, оказало большое влияние на общество того времени. Камаль-аль-Мульк смог соединить европейскую культуру, технику, искусство со структурой своей мысли и при этом сохранить в своих работах дух иранской живописи. По сути, величайшей производственной заслугой Камаль-аль-Мулька было создание школы изобразительных искусств. В этой школе он исправлял ошибки, исправлял недочеты и в этот период совершил революцию в живописи. Большинство его учеников были высокоразвиты в искусстве и, следуя за ним, сохранили метод мастера без изменений в течение полувека. Сегодня работы 70 его учеников выставлены в этом здании, которое называется музеем школы Камаль-аль-Мульк.